Всем привет, это канал Евгения Саженцева. Сегодня я хочу рассказать о своем новом романе «Две планеты», который написан в жанре фантастики. По объему роман небольшой, но содержит в себе огромный смысл духовный. Главный герой романа – Лео, молодой парень, который живет на далекой планете Н. Ему пришлось столкнуться с большими проблемами в жизни. Раньше его планета была спокойной и миролюбивой, но соседняя планета почему-то решила, что нужно спасать их планету от вируса, и начала запускать ракеты в его планету. Несмотря на это, он не ожесточился и даже полюбил девушку, которая живет на соседней планете. Они оба прошли большие испытания, но не потеряли в сердце доброту и любовь. Этот роман о том, что несмотря на все обстоятельства, которые нас окружают, мы не должны терять свою человечность. Можете прочитать его на Ридера, ссылка в описании.